планах установить здесь уличную мебель, в том числе 45 скамеек. Организовать 3 велопарковки, 7 навигационных стендов, 2 игровых комплекса, качели, детский островок и уличную витрину. Всего в сквере будут установлены 24 урны. Позаботились не только о чистоте, но и об озеленении. Свое место обретут 5 вазонов. Будет уложено газонное покрытие и высажено более 1000 различных кустарников и деревьев. Среди них пальмы, лавровишни, можжевельники, магнолии, а также более 400 цветов. Хризантемы, незабудки, маргаритки, примулы и тюльпаны. Горожане и гости курорта уже успели оценить преображение сквера. Очень нравится. Очень. Да, все, мы прям довольны. Даже книжный шкаф, вот мы посмотрели, вообще так это такая прям вообще задумка. Очень приятно. Что я могу сесть на сухую лавку. Поставить ноги, вот я просто не знаю, как называется вот этот бордюр с водоотводом, у меня не мокнут ноги. Замечательно. Вообще очень приятно находиться. Да, конечно, уютненько, красиво все. Достойно. Общая площадь работ составляет более 6000 квадратных метров. Стоимость работ – 106 миллионов 4 тысячи рублей. Завершить все работы в сквере имени Бестужева-Марлинского запланировано до 30 апреля.